Участница нашего проекта «Очаровательная, жизнерадостная» Эльвира Гарифьянова. Эльвира, мы традиционно задаем вопрос всем нашим участникам, что привело нас на конкурс, что сподвигло вас стать на этот путь, который ведет к звездам эстрадным? Ну, мой творческий путь начался с самого детства. С детства меня папа ставил на стульчик и просил выступить перед гостями. В дальнейшем моя судьба была тесно связана с творчеством. Я закончила академию по классу скрипки. Была и педагогом в музыкальной школе, и в симфоническом оркестре какое-то время играла. Но судьба так сложилась, что я ушла в бизнес. И очень много лет разделило меня от творчества. Но творчество, оно никуда не девается, оно все равно но в душе, и для меня музыка – это целый мир, целый отдельный язык. Я слышу этот язык, и я его очень чувствую, и мне очень нравится творчество. И последние лет 10 я увлеклась еще и вокалом, более так уже пристально. Мне понравилось раскрывать свой талант именно с этой грани. В любительском, конечно, формате, в рамках караоке, но мне просто очень безумно нравится петь. И когда я услышала о данном мероприятии, я подумала, почему бы и да. А вы играете на скрипке? Продолжаете? А теперь это для меня просто душа. То есть, когда душа разворачивается, я беру скрипку и с ней вместе провожу какое-то время. Ну, конечно, юбилеи близких родственников на своих днях рождения, да. А в плане вокала все-таки хотелось бы развиваться и идти дальше? Да, здесь я прям вижу свой какой-то вклад, я планирую. А в вокальных конкурсах вы принимали участие до этого? Ну, буквально пару конкурсов караоке, да, я успела принять участие, мне это очень понравилось, это дает большой драйв, это дает большую энергию к жизни и к тому творчеству, которым я занимаюсь на своей работе, поэтому я поняла, что это мне нравится, я буду сюда вкладывать свое время, свои силы и радовать слушателей своим голосом. Спасибо вам большое за ваше творчество, за то, что вы развиваетесь, мы с удовольствием и будем за вас болеть. Успехов вам. Спасибо. Благодарю. Спасибо.